АМР. А вот и представители МЧС. Ну что ж, придется сообщить о нарушениях. А вот и инспектор ГИБДД. Сейчас мы попробуем к нему обратиться. Товарищ инспектор, можно обратиться? Да. Скажите, вот на той стороне организована парковка на пешеходном тротуаре. Вы можете ее предотвратить, нарушения эти? Да, я иду сейчас. Давайте попробуем. Давайте. Спасибо. Ну а нам остается наблюдать, как это все будет происходить. Первый пошел. Следим дальше. А вот теперь отъезжают для правильной парковки, видимо. О, БМВ, видимо, законы не писаны. АМР 117, 97. Он, видимо, решил отказаться выполнять законные требования сотрудника ГИБДД. А БМВ и автомобиль МЧС продолжают стоять. Посмотрим все-таки. Представители МЧС у нас действительно уважают закон. Нет, ничего, то, что мы двигаемся по тротуару, по одностороннему движению, задним ходом, ничего страшного. Им одному не справиться. Второй инспектор как-то пытается донести, что правила дорожного движения нужно соблюдать. Что же он такого сказал, что все-таки автомобиль отъезжает? Так вот мы вместе с инспекторами ГИБДД стараемся наводить порядок в нашей стране. И не важно, кто они, важно, кто мы. Запомните, суставам и позвоночнику нужен гелодринк из Чехии.